Типа загрузка тут такая. Не, вообще это, по-моему, пока что самая крутая Лего-игра. Еще и с озвучкой, и с саундтреком. Подожди, подожди, мы еще не видели Star Wars. Нет, Star Wars хуже, я тебе точно могу сказать. Чего это? Мы еще не играли. Но мы планируем это. Я сейчас сделаю вас еще на полметра, короче. Такая, блин. Блин, эффект так классно передали. Вот это вот это... призрак кольца. Это типа Назгул, да? Ну ладно. Лошадь, кстати, вообще не страшно. О, подожди, мы что, еще играть будем? Так вот, это я с тобой спорила, что ты говорил, что Назгул — это вот они, а я говорю, что Назгул — это эти летающие. Что летающие это? Назгул. Вот точно такое же было в Бэтмене. Вот что это? Ну, ее можно схватить. Но видишь, у меня он пожимает такой. Я, говорит, не могу это сделать. Кружочком. Ну, кружочком. Видишь, говорит, не могу. Ну, все, ладно, валим, валим. Так мы типа крадемся. О, монетки! Блин, монетки. Тихо, нашли тихо. Время. Не палимся. Не палимся. Да насрать, пошли монетки. Тихо. Палево, палево. Чтобы поднять предмет, нажмите кружок. Ну, поднял. Это ты должен бросить его, отвлечь. А, я тебя ударил. В него. В него? Я не думаю, что ну, это ладно, хорошая идея. Ну, хорошо. Брось туда. Вот туда. Нет. Туда, туда, туда. Бросай. Нет. Нет, все-таки в него. Нет, надо, похоже, в ворону. Какую ворону? Ой. Так, все. Ой, 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 ой. Надо кружок нажимать. Так, ладно. Он передумал. Так, все, не подходи туда. Это не нужно. Так, годись. Не попадайтесь на глаза. Я хочу бросить это. Да, ну ладно, молодец. А. Как обычно. Стой. Как обычно, ты тупишь. Как всегда. Так. Ну ты уж не наговаривай. Зачем вот это вот? Давай я буду бросать. С помощью лопаты Сэм может раскапывать лего-участки земли. Так, Сэм. Стой, подожди. Раскапываю лего-участки. Ну вот у тебя, видишь, кружок как раз там. Я не знаю, но я это забрал. Золотая монетка. О, как. Так филигранно это мог сделать только я. Ну, ладно, да, я вижу. Совершенно без палева там стоит. Я прикалываю, как они крадутся. Смотри, смотри, что у меня. Я хочу туда. Ну, это плохая идея. Так, пока он отвернулся. Давай, я пойду сюда. Без нас! Так, хорошо. Тут, я думаю... Я блуждаю между двумя... Блин, вы здесь! Стоп! Капец. Кто это? Не знаю, это Мэри, по-моему, был. Короче, как он на них посмотрит, они погибают. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Что это такое? Ой-ой-ой. Так. Там на втором этаже явно что-то было. Ворона такая. Прям ворона. Так, вот это что? Что я скажу с лазом? Я сейчас полезу наверх. Я не могу. Блин, это не... Это плохая идея, потому что... Да в этой игре на самом деле удобно сделать. А, здесь, да, сделали нормально. Это в Бэтмене там падает. Там чуть что, сразу слетаешь. Вообще, момент... Тебя заметили? Тебе сейчас бешено кру... А, нет, ты просто шатаешься. На некоторых левых участках сам может выращивать растения. Да вообще тебе повезло, а я тут бегаю как чушка какая-то. А что я здесь делаю? Выращиваю растения, вон там видишь какие-то листики. Где? Тебя. А, вот. Вот ты такая, а на кой чушку ты ворону спугнула, они улетели. Ч-
Это так тупо. Теперь мне надо идти обратно. Угу. Там мерцает что-то золотое. Да. Я знаю. Я не могу это разбить. А можно я убью Пипина? Потому что он весь фильм меня бесил. Адски. Уйди, уйди. Нет. Пипин, он крутой. Кроме того, он играл в сериале «Остаться живых». Поэтому пусть живет. И чё? Ну, я вот нажимаю, что происходит? Трутница? Трутница разжигает костер. Ну, не трутницы это нужно делать, на самом деле. А что? Да, у тебя, наверное, растений нет. Используя лопату, да. А это тут вообще? Возможно, это вообще не то место. Здесь вообще потом придем, похоже, и будем ломать, если что. Вот тут. Тут что-то можно сделать. Тут? Видишь, подсвечено. А, вот здесь, а вот то что? Там, похоже, кто-то с оружием потом сможет разломать. Блин, это мои монеты все были. Это я прикрытие нам вырастила. Окей. Вообще так бесполезно выросли деревья. Угу. Никто ничего не заподозрил. Кендаль. Так вот деревья обычно делают. Гэндальф так постарел, кстати, в «Хоббите». А Сарумян точно такой же. Ты заметила, что у лошади не было туловища, и там было сиденье? Нет. Если хочешь знать, фильм, когда снимали, насколько там, третья часть, когда Гэндальф бился с Назгулом, он сидел не на коне, он сидел на бочке. Угу, это я знаю. Вообще они стараются, конечно, придуриваться, но «Властелин колец» такой серьезный фильм, что все равно получается как этот. На серьезных щах. О, я нажимаю квадрат. А ты, Сэм. И тебе норм. Нет, тебе-то хорошо, а я Гэндальфом играю нормально. Ты Гэндальфом играешь? Что происходит? Ты там разбирайся пока своими делами. А я буду. Чтобы поместить увеличик, нажмите. Делай что-нибудь. Я не знаю, что делать с Руманом. Ага. Хорошо получилось. Я все поняла. О, теперь он тоже самое делает со мной. Скотина. Блин, а тут они маги шарашат, фильм не шарашили. Чуть не шарашили. О, я собрала. Опять не могу поднимать. Так, я не знаю, что ты сделала. Ну, я там, короче... Ты пока от нас голов бегаешь. Угу. У меня по-прежнему. Это прикольно. А где ты? Я получаю. У меня одно сердечко осталось. Ох, меня разобрал. Ну, скотина сильный такой. Хорошо, что я бессмертный. Но скотина. И потом я убить не могу. Теперь он меня поднимает, и мне нужно его пересилить в игре квадратиком. Блин, ну у тебя там эпик файт пока. Сова такая. Меня отвлекает это твое вырастить растение. Чуть-чуть. Не, это явно самая крутая игра по Лего Лицензии. Ну что ж ты... Короче, сейчас он отмашется, и я смогу, когда он устанет, поднять его и швырнуть. О, мы почти, мы дошли. Ау! Так, что-то не хватает. Все, устал наконец. Мэри, подожди. На, скотина. Да. Я там почти закончила. Да нормально. Ну, это, кстати, не особо удобно сделали, да, по-моему? Да вполне неплохо. Ну,
Мяп. Мери может... Так, Мэри, я хочу быть или Мэри. Мэри. Не, подожди. Рода, Сэм, Пиппин. Я Мэри играю. Блин. Так, там, конечно, нас давай, будет. Давай. Но... Окей. 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 Это что было, краб? Не знаю, это мое. Что происходит? Можно я скажу, что ты очень гениальный? Наверное, все-таки нужно, вон там у нас указатель справа, наверное, нужно туда все-таки. Куда? Вон туда бросать. Ну вон, ну, ты же взяла. Что, я? Да, у тебя в руках. У меня лопата. У меня лопата, а у тебя вон в руке красная. А, точно. Вот что ты мне сразу не могла сказать. Такой, оп, что происходит? А что произошло? А что за ним там? Краба и загорелся мозг? Там осветительный фонарь был, что ли? Типа на студии. Блин, опять секретик для Гимли. Так, подожди, можно в реку падать или нельзя? Ну... Почему у меня 660 монеток, а у тебя 5230? Господи, вот. Господи, а. Чё я давай выращивай лягу участки. Где, ой, где паук. Ну, тут подсвечено. Не, я копаю. Я буду Фродо. Фродо прикольный. Слышишь, муха? Так, это я бросаю. Это не муха, это осы. Ули. Или пчелы. Почему нет субтитров, типа, «Приора кольца»? Крик боли. Там. Оп-оп-оп-оп. Ух ты, ух ты. Давай побьем ее. А! Чего, не меня, ну. Так. Так, спокойно. А, вот Фродо. Окей. Может быть, у кого-то... Походу, только у меня инвентарь нормальный. Да вообще не порядок на самом деле. Ну ты точно не трудница. У меня нет ничего. Так. Короче, тут, наверное, голумом надо играть. Потому что, видишь, рыбешка. Наверное, нам дадут потом играть за голум. Да, хорошо. Ну, короче, по прохождению мы тут многие секреты тупо пропустим. Потому что они рассчитаны на повторное прохождение. Блин, графон прикольный. Это я возьму. А что это ты? Тоже косой. А она его напугала, типа? Нет, он типа за ней идет, я так понимаю. Так, ты? Хорошо. О, сейчас я думаю, от него убегать будем к парому. Отлично. Если учесть, то что вообще не умею посмотреть. Мэри, ты капитан. Так бегают потешно. Паника. Во. Отлично. Так, я играю. Я люблю бегать. Я играю за Фродо. Фродо, что с тобой? Сэм там вообще опаздывает сзади. Ой, ой, ой. No, nine. И нам прыгать надо. Уверен? Ну да. Почему ты опаздываешь? Я просто бегу позади тебя. Долбаные назгулы. Все, я поняла, что делать. Я что? Поняла. Иди в другую сторону, пожалуйста. В другую сторону. Да, беги слева. Мы должны делать так, чтобы они били головой вот так вот. А по-моему, надо было просто убежать. Нет, нужно было так, чтобы они били головой в фонарные столбы и ветки. Фродо! И сейчас Арвин. А нет, Арвин потом. Не-не-не-не-не. О,
Прикольно. Не, ну Шир это, конечно, был пипец. Да. Просто опасно это дело. Теперь, я так понимаю, в режиме свободной игры мы можем выбрать любого из этих персонажей и бегать там. Окей. Но это нам не так важно. 66, 66. Видишь, как прекрасно. Как обычно, собрана там одна штука из 10. Наверное, я так понимаю, нужно долго париться, чтобы все собирать, и это уже какое-то задротство. Продолжить.